Всем привет, это снова я, да. Ириночка Сергеевна снова с вами. Сегодня у нас, короче, творожок. Вкусный, диетический. Потом в бутике плавленый сыр. Ветчина пожаренная. Хотела, короче, макароны поесть. Блин, зараза, стухли макароны. Думаю, ладно, поем творога. ПП-ужин у меня будет. Потом печенюшки. Печенюшки вот такие вкусные. Вот такие. А, вкусные, знаете, какие? Вы бы попробовали, вас бы потом не утащить за уши. Потом кофеёк. Ну, как без кофе? Как Ирина Сергеевна без кофе? Вот такой у меня ПП-ужин. Всем приятного аппетита. Всем спасибо, кто пишет «выздоравливай». Даша, просто Даша, тебе огромный привет. Ну, много у меня, да, таких людей, которые Ирине Сергеевне желают здоровья. Огромное вам спасибо. Так, творожочек. Творожочек свойский, домашний. Вкусный. Кстати, вот эти печенюшки... Они из творога. Там внутри творог. Можно было, конечно, еще запеканку сделать. Ну, ладно. Поедим просто творог. Ай, вкуснятина. Творожок обалденный. Короче, творог стоит 200 рублей килограмм. У нас в город приезжает женщина, там из какой-то деревни. Раз в неделю она приезжает по пятницам и привозит творог. Очень вкусно. Ой, колбаса, что ли, у меня там припечаталась. Что-то я еще вам хотела сказать. А, вспомнила. Там кто-то написал. Откуда же в сентябре может быть смородина? Блин, ну мы же на Урале живем. У нас смородина и в октябре может быть. Там еще несколько веток осталось, которые не доспели. Там же написали комментарии. А что, смородина, да, у нас поздняя. Поздняя. Кстати, у нас в этом году все смородины поели. Соседка приходила, собирала на компоты. Мы варенье наварили. Потом что? Подруга приезжала, тоже собирала. Она ее так ела. Витаминчиками питается подруга, да, у меня. А не то, что Ирина Сергеевна низкокалорийной едой. Ах, творожок. Да, я еще болею. Ну, решила, думаю, как же вы без меня? Как же вы без меня? Надо вам видео снять. Но себя не показываю. Показываю вам так. Творожок. Далее, да, Муська. Где-то там Манька еще. Муська, скажи мяу. Что-то я наелась уже творога.
Надо. Надо на бутербродики переходить. Ну как там еще написали? Ой. Она достала из заморозки смородину, разморозила и решила показать. Ну слушайте, если достать из морозилки смородину, она явно не такая уже будет. Так ведь? Надо разрезать напополам. Короче, разрезал их. Кто-то там писал: о, этот сыр вообще нельзя есть. А почему нельзя-то? Можно, вкусный сыр. Вот такой обалденный вкусный сырок. Мы что, начинаем дегустировать? Сегодня, кстати, бутик упал, зараза. Сегодня у вас представлена новая коллекция тарелок. Зараза. А? Упал. Новая тарелка, говорю, красивая, шикарная. Это 70-е годы. А может, 80-е, не знаю. У меня, между прочим, есть бабушкин сервиз, которому 50 лет. А, до чего дошел прогресс? На невидимых чудес. Кстати, вот эта ветчина. Что-то такая солененькая. А, короче, выходила на улицу. У меня соседка Ладка бегает в маске. Я говорю, что в маске бегаешь? Я говорю, болею. Я говорю, иди отсюда. Болеет она. Говорит, я же в маске, так как она не защищает. Я говорю, так болеешь, ты в школу ходишь? Хожу. Я говорю, как? Ну, или она придумала. Не знаю. Болеет она, не болеет. Кстати, кофе из моей красивой кружечки. Ой, бутик вкусный. Кстати, вот котел уже мы поменяли. Мы купили котел за 50 тысяч. За установку котла 10 тысяч дали. И 3 тысячи за документы. Но его же надо регистрировать.
газовый котел. Это ж не просто так поставил. Ну и специальные газовщики приезжали, ставили котел. Короче, они потратили часа 4, чтобы поставить котел. И заработали 10 косарей. Нормально, да? Ну, тогда надо было сыр брать. Две упаковки. Да, тут может это как-нибудь на днях посмотрим. В лесок схожу. Посмотрим. Завтра еще заказ приедет. К Иринке приедет заказ, да. Приедет туника и труселямбы. Как вам показать, как на Иринке новые труселямбы будут смотреться? Так что, если хотите увидеть примерку, пишите комментарии. Ну, что бы и нет, я вам покажу обязательно. Если вы хотите. Кстати, кто живет в Крыму, всем привет от меня. Там любовь. Еще кто-то. Много у меня народу из Крыма. Ой, печенюшка. Какую съесть? Ну, я, конечно, вот это все не съем. Одну или две съем. Я думаю, хватит, так ведь? Они очень вкусные. Думаю, вот с этой начну. Вот так вот. Вот видите, творожочек. Творожочек. Как они там, песочники называются, с творогом? Да, делала не я. Так что можете не палиться. И не писать. Делала Любовь Михайловна. А кто это? Кто это? Муся. Она с вами здоровается. Муся, скажи привет. О. Ладно. Они недавно поели, так что не, можете не писать. Знаете, у кошек нету чувства насыщения. И вот сколько ложи, они все будут есть. Моя. Мань.
Скажи, это манька из плова. На. Эй. На, маня. На. Ладно, манька такое есть не будет. Но вот мышка будет, да. Манька есть не будет. Сейчас. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Ну, Маня, ты чё, а? На. Ну давай. А, я же говорю, она есть не будет. На, Маня. На. Она говорит, ты мне бы лучше колбасы дала. Ты даешь, говорит, печеньку. Муся. Да, на ты, на. Эх, зараза. Мышка сейчас ест. Но манька она не будет. Она понюхала, что это что-то не то. Говорит, ешьте сами. Эх, что-то я объелась. Еще бы столько что жрать. Да я мало поела сегодня. Слушайте, я так потратила, знаете, сколько энергии, чтобы собрать смородину. И то я ее не себе собирала, а тетке. Варенье она хочет сварить. Ее звали, приезжай, собирай. Он говорит, не поеду, вы коронавирусные все. Никто. Вот как-то так. О, объелся, да, я. Маня. Мне нравится, когда тесто хрустящее. Ну вот как-то так, да. Так что все. Я поел. Вкусно, сытно, низкокалорийно. Так что сейчас пойду, я знаете куда. Да, на диван. Я пойду Павел Васильевич смотреть. Местный блогер. Вот, пойду его смотреть. Надо это полежать. Как оно там, чтобы там все завязалось. В желудке-то, да? Ну, а потом что-нибудь поделаю. Надо полежать, отдохнуть, чтобы все переварилось, чтобы было все замечательно, хорошо. Вот так вот. Дали, да, манькина лапа? Ладно, короче, на этом всем пока. Ставим лайки, пишем ваши добрые комментарии, да поболее. Ну и подписываемся на канал,
Ну а так, всем пока-пока.